Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо, добрый вечер. Мы очень рады приветствовать вас здесь, в этом уютном зале, в этом замечательном месте, где звучит прекрасная музыка каждый вечер. И надеюсь, что сегодняшним вечером мы тоже будем звучать вместе с вами. Спасибо. Ну и несколько слов о концерте. Что это, кто это и зачем? Собственно, зачем, наверное, вопрос сразу отпадает, потому что процесс игры, на самом деле, это уже есть какое-то совершенство, которое мы делаем вот прямо сейчас здесь, и, наверное, это важно и для как и слушателей, так и для музыкантов. И никогда не бывает похожими концерты. Каждый концерт он разный. Вот я надеюсь, что сегодня те музыканты, которые сегодня будут здесь, они несут свою лепту и сделают этот концерт насыщенным. А сегодня прозвучит мой проект, который называется The New and Old Standards. Немного о себе. Родился 7 сентября. Кстати, в день Москвы. В Москве нахожусь 2 месяца. Хотя здесь учился, в консерватории Московской. Но часть своей жизни прожил в Казани, хотя приезжал здесь сюда, и меня знают все музыканты. У меня много проектов, но я решил начать с этого, потому что я долго писал аранжировки стандартов. Почему? Потому что я люблю музыку более современную, скажем так. Потому что традиция — это... Традиция звучит на пластинках. Традиция — это музеи, картины, которые мы смотрим и лишний раз ими восхищаемся. А сцена, она дана для того, чтобы делать искусство тут же здесь. И поэтому мы берем во внимание те тенденции, в общем-то, которые идут вместе с нами. Потому что если мы идем в ногу со временем, то мы в это время и находимся, а не находимся не позади него там или где-то еще. Вот. И поэтому мне было интересно сделать аранжировки известных стандартов, таких как вот Autumn Leaves, Fever, которые уже как бы приелись, да, и поэтому даже сами музыканты иногда не хотят их играть. Вот, и поэтому мы немножко их сделали в таком виде, в постмодерновом, как это сейчас модно, словечко. И сегодня еще с нами будет певица, она чуть позже подойдет, Евгения Глиберман. Вот, а в целом музыка такая будет, проект The New and Old Standards и авторская музыка. Спасибо. Меня зовут Олег Анохин. Спасибо. И я хочу позвать музыкантов, которые будут сегодня делать эту музыку. Игорь Иванушкин! А что-то не хлопает никто. Игорь Иванушкин. Бас-гитара, контрабас. Да. Все правильно. Так считаю, что он уже соавтор проекта. Уже столько раз играл, да, что уже является соавтором проекта, потому что некоторые вещи он тоже придумал, и мы делаем это все вместе, его соло, они просто вносят самый такой насыщенный колорит. Артём Федотов. Ударный. Станислав Майногин, город Ярославль. Сегодня любезно согласился составить компанию. Компанию Михаилу Волоху, город Москва. Миша сегодня у нас играет на разных инструментах, в том числе и на
армянском дудуке. Но это еще будет все впереди. А начнем мы наш концерт с моей авторской вещи. Она называется «На перекрестке скоростей». Вот я ее написал перед отъездом из Казани. Вот, и, видимо, в предчувствии такого какого-то быстрого темпа вот получилась такая пьеска «На перекрестке скоростей». Thank you.
Thank you.
Спасибо, дорогие друзья, сейчас небольшие технические. Первое деление. Давай еще раз ее собираем. Нет, давайте мы сейчас что-нибудь лирики, потому что все-таки лето на дворе. И мы сыграем еще одно авторское произведение. Оно называется After Moon. После Луны. Все совершается в этой жизни After Moon. Все самое главное. Если можно монитор чуть-чуть поднять, чуть-чуть. Thank you.
Артему. А можно бас из всех мониторов выключить? На всех. Ну, так не нужно. Нет, Олег, ты что, у него есть? Что-то на сцене громко. Сейчас прозвучит обещанный инструмент, который, надеюсь, вы все знаете, который своей теплотой, я надеюсь, приблизит нам теплую, хорошую погоду. Ну, совсем так, как в Армении, скажем так. Давно в этой компании играются, и вот я, честно говоря, он иногда так на меня обижается даже, я очень не люблю этот smooth jazz такой сладкий, вот, знаете, вот такой вот, когда едем ради джаз, музыка, респектабельных людей, но очень нечасто в этом жанре удается создать действительно шедевр. Я вам искренне говорю, что Олег написал шедевр в этом жанре, который называется In Anticipation, то есть в предвкушении, в предчувствии. Это в 2000 году было, да, и ты накануне 2000 года, в 99-м, и как бы в предчувствии наступающего нового тысячелетия. Нам все грозили, там помните, что там календаринка, что жизнь прекратится на Земле. Но ты написал такую светлую музычную мелодию, ничего не случилось, оказывается, музыка тоже умеет творить волшебство. Олег Анохин и песенка, которая называется In Anticipation. Такой хит русского смоу-джаза, если можно выразиться.
Thank you.
Спасибо. Это было произведение In Anticipation. Ну а сейчас мы исполним еще одно авторское. Теперь уже из раннего московского. Да, это первое, что я написал буквально недавно, месяц назад. И, по-моему, Игорю нравится. Нет, скажи, что мы на заказ тоже играем. Ну, сначала мы начнем. Да, первое деление из пока из авторского, а потом уже можно принимать. Называется оно строчками из моего стихотворения, оно называется «Мне завтра не хватало вас».
Спасибо, Игорь Иванушкин. Бас-гитара. Артем Федотов, ударный. Станислав Майногин, на стенах саксофон. Михаил Волок, флейта и армянский дуду. И я, Олег Новиков, спасибо. Дорогие друзья, небольшой перерыв, и мы продолжим свой концерт. Спасибо. Дорогие друзья.
перерыв прошел, музыканты немножко отдохнули. И более того, я хочу сказать о том, что, во-первых, мы начинаем, собственно, проект The New and All Standards, собственно, который и станет сегодня афиширован, аннотирован, да, в буклетах, потому что проект этот новый, и он будет разрастаться, в том числе и после сегодняшнего дня, потому что мы ждем рецензии ваших замечаний, можно присылать в письменной, устной форме и так далее. А начнем мы проект с произведения, которое уже звучит, наверное, уже больше, чем 60 лет. Вот. И за это время уже изрядно успело поднадоесть, особенно джазовым музыкантам. Но я думаю, что и слушателям тоже. Хотя в исполнении Ив Монтана это звучит хорошо. Но на самом деле речь идет о песне, которая называется «Опавшие листья» – «The Autumn Leaves». Хотя это написал Жак Касма, это французское произведение, оно очень мелодичное, и за то время, за которое оно уже звучит, оно успело обрасти тысячами интерпретаций. И сегодня вы услышите новую интерпретацию, как мне кажется, вполне. Вот. Но это решите вы. Это решите вы, а также музыканты, которые будут сегодня с нами на сцене. Игорь Иванушкин! Игорь Иванушкин! Одинаково владеет левой и правой. Не, правой я лучше. Да. Артём Федотов. Наша любимая духовая группа в составе Станислав Майногин, город Ярославль. Станислав тоже пишет много произведений. Я думаю, что мы как-то сыграем, Стас, да, здесь? Мы завтра играем с Игорем Володиным, у нас презентация. А, вот, кстати, да, Стас играет завтра, приходите. Ну, лучше к нам со Стасом приходите в следующий раз. И Михаил Волох, труба, флейта, флюгельгорн, армянский дудук, ну и еще масса инструментов. А также, несомненно, Евгения Глиберман. Друзья, наша солистка.
Евгения Хиберман и Жак Косма, «Опавшие листья». Но, по-моему, они стали вновь зелеными и расцвели вновь. А вообще мы ждем лета. На самом деле мы сыграли так... Мы сыграли очень задорно, надеясь на то, что завтра будет плюс 26. Вот посмотрим. Ну и в ту же тему погоды, да, мы сыграем еще одно бессмертное произведение, оно называется «Fever». Вы, конечно, все знаете эту песенку. Можно подпевать, правильно? Да. Женечка, ты знаешь? Ты знаешь ее? Сейчас узнаю. С Олегом. Вот. Да. Мы много нового узнаем с концертов. Вот. В частности, с этого концерта Игорь Иванушкин. Бас-гитара с вами. Артем Федотов. Нерв, ритм и все остальное. Стас Майнугин. Михаил Волод. И вы все, дорогие друзья. Сейчас за кусочек. I'm gonna make it right.
Пиво! Кто узнал? Ну а сейчас для тех, кто тоже знает творчество разных певцов и певиц, сейчас мы сыграем уже с Дудуком, сыграем Стинга. Thank you.
Спасибо. Евгения Либерман. И такая вот
интерпретация Стинга. Игорь Иванушкин. Артем Федотов. Станислав Майногин. Михаил Волок. Я Олег Анохин. Спасибо. Пришел один батюшка знакомый, говорит, слушай, в студию там, говорит, я день рождения, я очень люблю блюзы, напишите мне блюз. Я говорю, батюшка, а кто споет? Он говорит, вот ты и споешь. Я говорю, у меня же там акцент страшный, он говорит, вот об этом и спой. Да, а я вспомнил такую историю, у меня есть одна знакомая, она довольно долго живет уже там за границей, в кущах райских, как бы. Вот. И у нас с ней такие есть, бывают такие конфликтные моменты. Она все время приходит и говорит, вот ты хорошо играешь, а вот нафига ты поешь на английском, у тебя такой страшный акцент. И в общем, я очень долго комплексовал, а не пел по-английски, а потом подумал, что да ну, я хочу это и буду делать, я это люблю, как бы. И, в общем, об этом блюз, я придумал историю, написал музыку, а там одна поэтесса Ярославская, она хорошо английским владеет и преподает его, она написала текст. Ну, для тех, кто английского не знает, краткое содержание такое, что однажды девушка мне говорит, ты знаешь, если ты будешь продолжать это делать, петь на этом страшном языке свои блюзы, я уйду навсегда. И я как бы переживаю по этому поводу, что я не из Нью-Йорка, там, когда этого не видел. Но потом думаю, а может это и есть тот самый бренд, который нас вознесет до небес. И, в общем, мне нравится, и иди-то нафиг. Примерно вот так. Ну, что, ну, она ушла, но потом вернулась. Ну, конечно, все нормально. Вот. В общем, оказалось, что надо. Надо, в общем. Вот такая вот история. Споем, да? Дорогие друзья, ну, поскольку вечер сюрпризов, так уж, сюрпризы до конца. Стас еще не знает. Тот случай, когда звезды приходят к звездам, и сейчас на сцену к нам во время игры поднимется человек, которого вы все очень хорошо знаете, и вместе с нами сыграет блюз. Вы его очень хорошо знаете. Валерий Степанов. Давайте поаплодируем. А мы начинаем.
Thank you.
После этого концерта для вас начнется лето. Спасибо. Крым, Испания, Крит и так далее, все остальное. Ну, а для этого мы со Стасом споем, наверное, что-то летнее, да? Эти летние дожди. Эти летние дожди. Позволил себе спеть в конце собственного концерта мою любимую песню, которую всегда заканчиваю. Я написал туда русскоязычный текст. Мне Витя Матвеев подходит и говорит: у нас джаз-клуб, у нас по-русски петь нельзя. Хотя Леша Круглов, они, наверное, поют по-русски, высотка. Спеть по-русски можно? Можно. Можно, окей. По-английски и по-русски. The bride.
the rainbow, so pretty in the sky, and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how to do. They really say, I love you. I hear babies cry. I want them grow. They love much more. Теперь по-русски. На зеленых лугах засыпают цветы. Мы сквозь травы бредем. Это я, это ты. А вокруг нас живет этот сказочный мир. Небо течет, Млечный путь, как река, а под ним лунный луч серебрит облака. Я на время пришел в этот сказочный мир. Следы оставим мы навеки, не будет пустоты, мы все же человеки, будет радости миг, я его не просплю, он подарит мне все, что я люблю. Боль и страх пропадут, и лохматых щенят нам с тобой принесут. А иначе зачем этот сказочный мир? А иначе зачем? Thank you.
спасибо большое, Станислав Манёвин. И я, Олег Мнохин, но так мы завершили такой мажорной ноты на фа-мажоре. Надеюсь, что это даст фору завтрашней погоде, и лето наконец настанет. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Мы хотим вас видеть всегда. Приходите на нас, а мы напишем что-нибудь новое. И сделаем новую аранжировку и сыграем для вас. Спасибо! Давайте иногда жить в ритме джаза, дышать этой музыкой, чувствовать гармонию, быть вместе, играть, просто выходить на сцену, слушать. И, потому что эта музыка, на самом деле, есть две бесконечности. Это музыка и любовь. Поэтому наливаем. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Но вечер еще продолжается. Спасибо.